Елговский клуб «Земгала» уже не первый год сдает тон в клубном хоккее Латвии. Команда Артиса Аболса два года подряд берет чемпионские титулы, представляет нашу страну в континентальном кубке, в прошлом сезоне играла даже в первой лиге Финляндии. Понятно, что и состав подбирается в этой организации под конкретные задачи, а они у этой команды амбициозные. Один из тех, на кого в нынешнем сезоне тренеры возлагают надежды – 20-летний нападающий Богдан Панасенко. Несмотря на то, что по регламенту украинцы в латвийском чемпионате не считаются легионерами, так получилось, он здесь единственный украинский хоккеист на данный момент. Рус ЛСМ встретился с молодым игроком в Елгове, узнав, как он оказался сначала в Лепае, почему в свое время он покинул Северную Америку, а еще как ему удается поддерживать связь со своим отцом, который находится на войне, куда уехали и где сегодня живут его мама с братом. Богдан Панасенко – уроженец Харькова. Там он и начинал свой путь в большом спорте. Я начинал в фигурном катании, там что-то, может, год походил. Потом мой папа создал хоккейную школу, и я туда пошел. Помимо хоккея занимался еще карате в школе, там кружок был. Я помню, после тренировок вечерних ехал еще, меня в школу отвозили на карате. А потом уже через год, может, полтора, я бросил карате и уже чисто хоккеем начал заниматься. Что касается твоих родных и близких, сейчас их в Харькове нет, насколько я понимаю. Ну, папа защищает страну, а мама с братом в Чехии. А ты с отцом поддерживаешь связь? Конечно. Какую-то, то есть по WhatsApp, ну, не знаю, там, каким-то образом, но вы... Да, да, разговариваем. А он следит за твоими успехами, успевая, скажем так, успевая следить за успехами твоими в хоккее? Ну, конечно, ну, да, успевает. Если есть успехи, то успевает. Ну, да, 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 да. Отец Богдана Панасенко, Олег, в свое время сам был профессиональным хоккеистом. Играл в клубах США, России и Украины. После окончания карьеры он основал в родном Харькове хоккейную школу «Союз», где Богдан впервые и встал на коньки. В 2022 году все резко изменилось. Сейчас отец хоккеиста на фронте, на что, кстати, обратил внимание своей записью в социальных сетях легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. А что сейчас со школы хоккейного отца? Что с ней вообще? Ну, мой папа сейчас на войне, ну, как бы там воюют. И там ее просто сейчас... Сейчас нет, нету, все, ну, некому там, прям все поуезжали, там, как бы, ну, там сейчас об этом никто не думает, сильно, я думаю. Да, да. Ты когда последний раз был у себя в Харькове? 2,5 года назад, дед. А там кто-то остались, там бабушка, дедушка есть? Да, бабушка, дедушка у меня там. Два дедушка и бабушка. Угу. Они в самом Харькове живут, получается, да? Да. И тоже, как бы, они на связь выходят вообще, как, чего, потому что... Ну, у них же нет интернета, кнопочный телефон, а там ага. Папа, если там будет там рядом, там угу. Позвонит мне, скажет там с тобой, угу. Поговори, это хорошо. Ну, ты так следишь, в принципе, что происходит у тебя на родине? Ну, да, конечно. Да, новости смотрю, конечно. Сегодня Богдан Панасенко игрок «Земгала», но на самом деле латвийский этап его карьеры начинался еще в 2019 году. Каким образом ты в Лепае оказался в свое время? Через адвайзера, скажем так. Ну, это типа, грубо говоря, агент, только который берет деньги за переход. Uh-huh. И, ну, когда ты просто в команду переходишь. Ну, списались, и он дал контакты там тренера Александра Тисюрского, хороший тренер с Лепае. Ну и я у него начинал, потом меня взяли за молодежку в то же время, и потом в конце сезона дали за профессионалов тренера сыграть. 16 лет мне было. Какие у тебя воспоминания от Лепы вообще остались о том периоде карьеры? Весело было? Ну, очень хорошие воспоминания. Серьезно, да? Да. Насыщенная жизнь была. А в Лепе ты, получается, еще учился в школе? Да, да. Это было онлайн обучение, да? Не-не-не. Это именно латвийская школа? Ходил в школу, да. Ну, латышская школа, но в Лепе там русскоговорящий как бы народ, uh-huh, почти uh-huh. все. Ну, я ходил, как бы, на русском языке учился. После Лепы Богдан Панасенко вернулся в Украину, проведя целый сезон во взрослой команде в Херсонском Днепре. Тот период у него пока что самый успешный в карьере. В 2021 он был признан лучшим новичком местного чемпионата, стал регулярно призываться в молодежную сборную своей страны. Не случайно после этого он оказался в Северной Америке, играл в трех командах Североамериканской хоккейной лиги, или НАХЛ. Правда, от выступления за океаном у него остались двоякие впечатления. Мне предложили уехать в Северную North American Hockey League, этот НАХЛ. Ну и так я попал туда, в Anchorage Wolverines, в команду. Для тебя это стало шоком каким-то? Ну, все-таки там хоккей другой, среда другая. Я планировал, я готовился к этому. Потом в следующий сезон меня обменяли в Denver Junior Hat Tricks. Плохая организация, на самом деле, там ужасно. Как бы люди там в гостиницах живут игроки,
ну, очень много денег нужно, чтобы там как бы находиться. И я принял решение, как бы, ну, уже началась полномасштабная война, мои родители не могли меня так спонсировать, как спонсировали раньше, потому что эта лига как бы любительская, грубо говоря, как бы там денег не платят. Mm-hmm. Там люди играют, чтобы попасть в эту NCAA, в колледжную лигу, как бы. Ну, цель такая, ну, изначально я хотел туда попасть, но потом из-за финансов я понял, что, ну, не потянул. Mm-hmm. И было принято решение уехать, ну, как бы к маме с братом доиграть сезон в Чехии U20. А вот следующий сезон уже поехать профессионалы куда-то. Ну вот в этом сезоне принял решение поехать сюда. Но получается, что когда ты приезжал в Чехию, во-первых, это было вынуждено, потому что, скажем так, денег уже не было, чтобы играть в Северной Америке. А с другой стороны, это был стимул, хотя бы ты мог с родными своими, с семьей воссоединиться на какое-то больше, время. Больше из-за финансов, скажем так. Угу. Потому что я так вспоминаю, конечно, живешь в гостинице, нету кухни, нету ничего, тебе нужно идти там за 3 километра просто, чтобы покушать, потому что там в этих городках маленьких американских, там ни автобусы не ходят, ничего, там через трассы нужно идти. Говоря о сегодняшнем положении дел, Богдан не скрывает, что Земгала для него временная остановка. Статистика у меня сейчас не очень хорошая, как бы я был в составе, у меня и были роли хорошие, как бы я был на позиции лидера, но начало сезона пока что... Пару игр сыграл, как бы, ну, не показал то, чего от меня ожидали, как бы, и вот результат. Угу. Буду понятно. Работать, вернусь в состав, покажу. А у тебя были, скажем так, беседы с главным тренером? Конечно. Что он тебе говорит обычно? По-разному говорит. Ну, в основном это моя плохая результативность конкретно сейчас. Ну, а скажем, а в дальнейшем ты надолго планируешь здесь задержаться вообще? Как? Ну, вообще, честно, не сильно. Ну, смотря... Где Земгала будет играть вообще? Может, они заявятся в хороший какой-то чемпионат, и тогда да. Вообще нет. Ну как получится, я ж не могу загадывать. Конечно, делать да. такое. Клуб Земгала тебе предоставил возможность здесь жить, ты в гостинице живешь? Да, жилье и трехразовое питание. Ну, там не нужно ходить за 3 километра, да. как в Америке, да? Да, да. Чем ты здесь занимаешься, помимо хоккея? На что-то есть время еще? Наверняка же есть свободное время. Ну, мы там... Там вверху там ковер меняем, предложили подработку. Серьезно, да? Ну, я подошел, попросил, есть работа какая-то. Говорят, ну, найду. Директор сказал, помоги там, я сделаю, заплачу. То есть ты сам себе ищешь, как говорится, какие-то занятия? Ну да, но денег много не бывает, так скажем. Языковых проблем нет, барьеров там, все ребята понимают? Не все русские понимают. Ну, я с кем-то на английском говорю, с кем-то... Уже латышский так, я сейчас со времен Лепа уже на слуху как бы немного понимаю. То есть, если что, всегда на английском можно объяснить, так. Поэтому тут... У меня английский, конечно, не на высоком уровне таком, но что-то сказать могу. 29 номер, по-моему, да? Да. Или почему ты его выбрал вообще? Или другого не было? Свободный просто. Свободно был, да? Да, самый, ну такой, там были 77-й, там, я не знаю, такой 29-й, давайте. Мне не принципиально. У тебя нет номера. Такого, потому что у многих хоккеистов принципиально какой номер. У тебя нет, да? Ну, я обычно по 22-м играю, как бы у меня у мамы и у папы день рождения 22-го, и у меня. Ага. Тоже 22-го? Да. У вас у троих у всех 22-го день рождения? Да, 22 мая, 22 сентября и 22 апреля. У тебя какого? 22 апреля. Апреля, да? Да. Только брат 12 июня. С одной цифрой он как-то... Да, не он, а родители как-то. Да, да, да. Украина и США, Чехия и Латвия. Где завтра окажется Богдан Панасенко, сегодня он сам не может сказать. Однако последние его игры вселяют оптимизм. Земгала на днях успешно преодолел второй раунд континентального кубка, и в одном из матчей против румынского Брашова именно 3 заброшенные шайбы Панасенко помогли чемпиону Латвии добиться важной победы со счетом 3-1. Наш разговор с Богданом нет-нет, да и возвращался к его родному Харькову. Ты такие мысли не посещали? Вот ты сказал, что у твоего отца хоккейная школа в Харькове и все. Со временем, скажем так, продолжить свою семейную, семейное дело, да? То есть есть такие мысли? Конечно, да. А что для этого нужно сделать? Ну, там, подучиться, может быть, тоже надо, может быть, как там менеджмент, бизнес, там что-то такое, может быть? Да, или... Не, это все практика и опыт. Как бы... Нужно, конечно, образование, чтобы я мог тренировать, но все основы, как бы, как это делать, я прекрасно знаю, потому что меня отец сам тренировал, как бы, на своем личном опыте. Но ты считаешь, что тренерство это твое вообще? Это я считаю, да.